Июль 1958 года. Москва. В Тушино проводится очередной воздушный праздник. Над восхищенными зрителями проносятся истребители, зависают вертолеты, неторопливо пролетают пассажирские самолеты. Но вот в воздух поднимается что-то совершенно непонятное. У летательного аппарата нет ни крыльев, ни фюзеляжа, а струя из двигателя направлена вниз. И эта летающая табуретка не только поднимается в небо, но передвигается по воздуху, как бы танцуя вальс. Диктор объявляет, что в небе турболет, который пилотирует летчик-испытатель Горнаев. Так страна впервые узнает имя этого человека. Юрий Александрович Горнаев родился 17 декабря 1917 года в городе Балашов Саратовской области. Однажды на первомайской демонстрации 10-летний Юра видит пролетающий над толпой самолет. На следующий день он бежит на аэродром и уговаривает пилота прокатить его. Теперь в жизни Юрия есть заветное желание – стать летчиком. Он еще не знает, сколько преград ему придется преодолеть на этом пути. После окончания 7-летней школы Юра Горнаев переезжает вместе с матерью в Подмосковье. Он работает токарем на Леонозовском вагоноремонтном заводе и не оставляет мечты о полетах. В январе 1937 года он поступает в Мытищинский аэроклуб. Занятия в нем идут параллельно с работой на заводе. 17 июня 1937 Юрий совершает первый самостоятельный полет. Мечта сбылась. После окончания аэроклуба Горнаев поступает в Энгельсское военное авиационное училище, которое успешно заканчивает в мае 1939 года. Младший лейтенант Юрий Горнаев направлен для прохождения дальнейшей службы в 51-й истребительный авиационный полк Забайкальского военного округа. Уже через год, как один из лучших пилотов полка, он становится инструктором Забайкальской военной авиашколы. С началом Великой Отечественной войны Горнаев настойчиво рвется на фронт. Однако подготовка летных кадров тоже считается важной задачей. И Юрия оставляют инструктором. Только в феврале 1942 года ему все же удается перейти в строевую часть. Полк, в котором он теперь служит, защищает дальневосточные рубежи страны от возможных налетов японцев. В августе 45-го начинаются боевые действия против Японии. Штурман 718-го истребительного авиаполка капитан Горнаев участвует в маньчжурской операции, выполняет 20 боевых вылетов. Его награждают орденом Отечественной войны первой степени. И вдруг, как гром среди ясного неба, арест. Что послужило его причиной, так и не ясно до сих пор. В декабре 1945 года Горнаев осужден судом военного трибунала за нарушение режима секретности и приговорен к 5 годам лишения свободы. В заключении Горнаев тайком от всех пишет стихи. «Случилось несчастье, большое несчастье случилось. Из списков живых я надолго сейчас исключен, и жизнь под откос, как разбитая бричка, свалилась. На каторжный труд лиходейкой судьбой обречен. Как трудно словами измерить обиду и муки, как страшно поверить, как тяжко в душе пережить, что цепи закона сковали мне волю и руки, что стал я бесправным и грязью обрызгана честь». Ну, в лагере мы по рассказам знаем, что там не бумагу, ни перо не дают. Но папа находил все же где-то чернила, а бумаги не было. И он решил все же сделать, записывать, а на чем? И тогда он нарезал листы бумаги из цементных пакетов, использование цементных пакетов. Горнаева досрочно освобождают в октябре 48-го. Лишенный воинского звания и наград, амнистированный, но неоправданный, он возвращается домой. Жена за это время нашла другого, жить негде, на работу с судимостью не берут. Но Юрий не сдается и страстно хочет вновь вернуться в небо. Он говорит, я готов что угодно, хоть уборщицей работать, но только на аэродроме. Ну, конечно, когда он говорил такие слова, он имел в виду, что, будучи на аэродроме, он, в конце концов, прорвется к своей любимой летной работе. С большим трудом Горнаеву удается устроиться в летно-исследовательский институт. Летчиком его не взяли, поэтому на первых порах приходится работать техником. Иногда ему разрешают полетать на самолете ПО-2.
Горнаев уже начинает думать о возвращении на летную работу, но тут его подстерегает новая беда. Летом 1950 года на предприятиях начинается чистка от чуждых элементов. Под этим предлогом из института увольняют многих летчиков-испытателей и инженеров. Времена были такие, что было указание, кто был в заключении и кто был в плену, этих людей уволили. И под эту что же попал Юра. Несмотря на очередной удар судьбы, Юрий Горнаев не отчаивается. Он все равно остается работать в институте. Правда, теперь уже не на аэродроме, а заведующим клуба «Стрела». Но мысль о возвращении в небо по-прежнему не покидает его. С появлением реактивной техники в стране начинается разработка принципиально новых средств спасения летчика – катапультных кресел. В летно-исследовательском институте проводят их испытания. Дело это чрезвычайно опасное, и поэтому желающих катапультироваться не так уж и много. Но Горнаев с радостью берется за смертельно опасную работу. Главное, он вновь на аэродроме, вновь в небе. Только за три месяца 1951 года Юрий Горнаев выполняет 7 воздушных катапультирований. 14 мая 1951 он первым в стране выполняет катапультирование в скафандре. 14 июля катапультируется на скорости 900 км в час. Для того времени это было рекордом. А вскоре Горнаев возвращается к главной мечте своей жизни – летной работе. С декабря 1951-го он летчик-испытатель летно-исследовательского института в подмосковном Жуковском. Начинается новая страница его биографии. Трудно даже перечислить главные из проведенных им испытательных работ. В числе первых в стране Горнаев начинает испытывать только появившиеся вертолеты. В 1958 году он проводит уникальный летный эксперимент по отстрелу лопастей на вертолете Ми-4. Годом раньше Юрий Горнаев проводит испытания экзотического летательного аппарата «Турболет». Все авиационные специалисты, которые видели его полет на турболете, они все просто восхищались и удивлялись. Это машина, которая летала, не только висела, она летала вперед, назад, в разные стороны со скоростью и так далее. И, конечно, венцом этих полетов стал парад в Тушино, когда Горнаев на турболете продемонстрировал вот этот прекрасный полет на двигателе. А там на турболете был один двигатель. Если двигатель отказывал, летчик гиб. Это 100%. Горнаев участвует в испытаниях первого отечественного самолета вертикального взлета и посадки Як-36. Будучи испытателем-универсалом, Юрий Горнаев успешно работает на самых разных типах самолетов и вертолетов. Он старается летать как можно больше, наверстывая годы, проведенные в разлуке с небом. Например, он мог так. Встает в 4-5, едет в Люберцы, летает на вертолетах. Потом часам к 7-8 прибывает сюда, летает на каком-нибудь у Туполева на бомбардировщике. Пару-тройка полетов в ЛИИ по плановой таблице на истребителях. И как ни странно, у него всегда все получалось. Но случались и непредвиденные ситуации. 29 декабря 1962 года в испытательном полете на Ми-6 возникает пожар двигателей. Вертолет теряет управление и входит в крутую спираль. Командир экипажа Юрий Горнаев пытается удержать машину, давая возможность экипажу покинуть вертолет, а сам едва успевает выпрыгнуть. Спасает Горнаева богатый опыт парашютных прыжков. В июле 64-го на винтокрыле К-22 в полете разрушается правая мотогондола. И в этот раз Горнаев чудом остается жив. 21 августа 1964 года Юрию Александровичу Горнаеву присваивают звание Героя Советского Союза. В тот же день он удостоен почетного звания «Заслуженный летатель СССР». Это единственный в истории случай, когда летчик-испытатель в один день получил две такие высокие награды. Горнаев – неоднократный участник авиационных парадов над Москвой и международных авиасалонов. Весной 1966 года на вертолете Ми-6 он принимает участие в монтаже опор линий электропередач в швейцарских Альпах.
Летом 67-го, после завершения авиасалона в Ле-Бурже, вертолет Ми-6 под командованием Горнаева выполняет тяжелую работу по тушению с воздуха сильных лесных пожаров на юге Франции. Иногда за один день выполняется до 30 вылетов. Напряжение достигает предела и случается непоправимое. 6 августа 1967 года в районе Марселя вертолет терпит катастрофу. Все члены экипажа погибают. Я был на похоронах вместе с Юрой Гагариным. Я видел стоны и плач, великое горе всех людей. Сашка, сын его, он стоял, всхлипывал. И горе-то было большое. Мамаша, мама, супруга ревела. Ну, это трудно. Хоть мы и привычны к этому, но все это пережить было очень трудно. Когда папа разбился, от меня это скрывали, мне еще 7 лет не исполнилось. У меня было первое в моей жизни интервью, мне задали вопрос. Сашенька, когда ты вырастешь, кем хочешь быть? Я, не задумываясь, ответил, как папа. Летчиком-испытателем, героем. У меня никаких сомнений не было. Мне было еще 6 лет. Он осуществил свою мечту, став летчиком-испытателем. Так же, как и его отец, герой Советского Союза Юрий Горнаев. Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды.